Уважаемые жители Люберецкого округа, 25 июня начинается голосование по поправкам Конституции Российской Федерации. Это важнейшее событие, которое происходит впервые за 27 лет. Полноценным суверенитетом обладает только та страна, которая сама решает, что ей делать и как ей развиваться. Только народ России является носителем суверенной власти на ее территории, а Конституция является гарантией его прав и свобод. В далеком 93-м году наша Конституция переписывалась под присмотром западных специалистов. Новая норма, статья 125, укрепляет наш суверенитет. Я пойду на голосование. Приходите и вы. Наше Подмосковье, наша Конституция.